Вечер минувшей пятницы и главная городская площадь. Время и место, где яблоку, как говорится, некуда было упасть. Школьные выпускные вечера привели к ступенькам Дворца культуры умопомрачительно красивых девушек и их галантных одноклассников. Единственный раз в году вот так все вместе собираются выпускники. Красивая традиция. Единственный и последний раз все вместе. Полюбоваться друг на друга и запомнить эти, по сути, мгновения навсегда. Не раз еще память будет возвращать вас, дорогие выпускники, к этой финальной точке школьной жизни. Но все это в будущем, самостоятельном и поначалу суровом. И начнется это личное, без опеки время уже завтра. А сегодня еще раз вспомним этот красивый вечер на городской площади. Напутственные слова, медали, песни, вальсы, улыбки и немножко слез. Сегодня хотел бы поздравить вас всех с праздником, с выпускным днем, пожелать вам всего самого хорошего, самого светлого в вашей жизни, пожелать вам успехов в учебе, в работе и быть всегда помнить наш прекрасный город. Минут нежная трель звонка известит о начале последнего в вашей жизни школьного урока. Нынешнему поколению 11-классников города выпала нелегкая судьба пройти испытания едиными государственными экзаменами. И я должен сказать, с радостью сказать, что вы эти испытания выдержали с честью. Город Снежинск является лучшим в Челябинской области и одним из лучших в России по этому показателю. Молодцы, ребята! Я думаю, что это итог совместной работы и педагогов, и детей, качественной подготовки в наших школах. Это итог творческого и самозабвенного труда наших с вами учителей и вас, милые выпускники. Хочется верить, что и в дальнейшем на самостоятельных судьбах, в самостоятельной жизни вы будете высоко нести честь и достойно представлять снежинское образование, куда бы ни завела вас судьба, где бы вы ни оказались. Хочется пожелать всем вам, дорогие выпускники, пройти с успехом летние испытания, пожелать вам мира и благополучия, счастья и здоровья в долгий, верный, счастливый путь. Выпускник 2002 года.
уходилась вдаль от школьных стен. И рассвет уже, встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. Зачеркнет тетрадных клеток плен.